Всем привет, это у нас Suzuki DRZ 400 2005 год, по-моему, 2006. Приехал с очень сильно гремящей цепью ГРМ. Клапанную крышку снял, вот цепь. Натяжитель стоит на месте. Цепь у нас вообще... Ну понятно, да, откуда звук. Потом хозяин говорит, что ему делали напыление постели распредвалов, ну, пока я не понял, какой-нибудь. Ну вот, вот что я увидел. Сейчас показать-то. Вот распредвал-то у нас выпускной. Вот так все это ходуном ходит. Вот видно. Не знаю, как тут что напыляли с такими люфтами. Как-то вообще все еще изводилось как-то. Кулачок, там я дергаю за звезду. Не сверх шатается. На впуске вроде не так сильно. Надо сейчас разбирать, смотреть. Вот так.